В Симейском регионе начались отчетные встречи акима города Ермака Салимова с населением. Выступления градоначальника посвящены реализации проводимых в стране реформ, социально-экономическому развитию города Семей за истекший год, задачам и основным направлениям дальнейшего развития. За 2018 год в Семее произведено промышленной продукции на 184 миллиарда тенге, что выше уровня 2017 года почти на 16 миллиардов. В отраслях горнодобывающей промышленности объем производства промышленной продукции увеличен на 20%. Отмечается рост объема производства сельскохозяйственной продукции. В стабилизационный фонд на межсезонный период 2018-2019 годов для города Семей было заложено 4200 тонн картофеля и овощей. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса составило почти 21 тысячу единиц, что больше уровня 2017 года. Проделан большой объем работ в рамках программ инфраструктурного развития Нурлы-Жол, Нурлы-Жер и развития регионов до 2020 года. В текущем году начнется реализация проектов теплоснабжения и уличного освещения. Решен вопрос по реконструкции канализационного дюкера. На эти цели из республиканского бюджета выделено 400 миллионов тенге. По обеспечению населения теплоснабжением завершены пусконаладочные работы на РК-1 и ТЭЦ-1. Завершена реализация первой очереди проекта по реконструкции котельной РК-3. В 2018 году на благоустройство и озеленение улиц города было направлено 1 миллиард 200 миллионов тенге. В рамках реализации проекта «Мой двор» благоустроены 9 дворовых территорий и внутриквартальные проезды жилых домов на сумму 611 миллионов тенге. Установлены 13 спортивных площадок, воркаут, 18 новых остановочных павильонов. Для обеспечения функционирования автомобильных дорог и санитарной очистки города приобретены 8 единиц специализированной техники и тракторов с навесным оборудованием. В этом году продолжится работа по благоустройству 19 дворовых территорий и 6 сельских населенных пунктов. На эти цели из областного бюджета направлено более 1 миллиарда тенге. На проведение ремонта городских дорог за отчетный год направлено 2 миллиарда 100 миллионов тенге. Первое в этом году отчетное выступление акима Ермака Салимова состоялось в селе Айнабулак, что в 190 километрах от Семея. Об этом по сотовой связи с места проведения сообщил наш корреспондент Куаныш Смагулов. По его словам, среди проблем, с которыми сельчане обратились к акиму, отток жителей из сельской местности. К примеру, в селе Айнабулак сегодня проживает всего 215 человек. Сотовой связи нет. Из-за отсутствия больницы людям приходится ездить за 90 километров в село Кайнар, либо в Семей. Подробнее об отчетных встречах акима Ермака Салимова с населением региона смотрите в наших следующих выпусках.